Здравствуйте, меня зовут Малика Абдумаликовна, и сегодня мы будем проходить четвертую тему 10 класса истории Узбекистана. Тема называется «Создание системы управления советской властью в Туркестанском регионе и трансформация экономики». Подтема называется «Формирование ТСР и Туркестанской коммунистической партии». С 20 апреля по 1 мая 1918 года в Ташкенте проходит 5-й областной съезд рабочих солдат крестьянско-мусульманских депутатов, и 30 апреля создается Туркестанская ССР в составе РСФСР. Петр Кобызев назначен чрезвычайным командиром по всей Азии по приказу Ленина. На съезде был создан Центральный исполнительный комитет ЦИК Туркестанская ССР из 36 человек. Значит, из этих 36 человек всего лишь 9 человек были представителями национального сословия. И создается Совет народных комиссаров Туркестанская ССР. Взяв в руки управление, ТСР центральное правительство начало контролировать внутреннюю политику новой автономии. Вот, пожалуйста, можем обратить внимание на карту Туркестанской ССР, которая позже будет делиться на области. После объединения большевистских организаций провинции необходимо было создать коммунистическую партию. 17-25 июня 1918 года в Ташкенте состоялась региональная конференция большевиков Туркестана, на котором в составе Коммунистической партии России была организована Коммунистическая партия Туркестана. С созданием Коммунистической партии Туркестана экономическая и политическая зависимость стала намного сильнее от России, так как местное самоуправление было вынуждено контролировать свои действия, а доклады и выступления были представлены на предварительное утверждение ЦК для их официального учреждения. На утверждение. На презентации мы можем заметить флаг и герб Туркестанской ССР. Следующая подтема. Борьба центра против национальных коммунистов и мусульманского бюро. В марте 1919 года на второй конференции Коммунистической партии Туркестана было образовано Краевое мусульманское бюро, сокращенно Мюсбюро. В состав мусульманского бюро были внедрены Турар Искулов, он был во главе председателя, Хаджаев, Мухидинов, Ибрагимов и Алиев. Пожалуйста, можно обратить внимание на портреты этих людей. Постепенно к активно руководящей партийной работе республики начали продвигаться лица местной национальности, имеющие большой авторитет среди коренного населения. Например, Абдулла Авлани был представителем этой местной интеллигенции. Уже к январю 1920 года Турар Искулов, будучи председателем ЦК Туркестанской Республики, стремился защитить свой народ. И, значит, первое, что он предложил, это пересмотреть Конституцию ТСР. Далее он предложил создать мусульманскую армию, вывести за пределы Туркестана всех немусульманских частей Красной Армии. Он предложил ликвидировать Туркомиссию и ликвидировать Туркестанский фонд. И командующий Туркестанским флотом Фрунзе получил жесткий отказ, и требования Турар Искулова не были выполнены. На презентации можем заметить портрет Фрунзе. Голод в Туркестане – это наша следующая подтема. 20 ноября 1918 года в ТСР создается Центральная комиссия по борьбе с голодом. С 1918 года по 1923 год в Ферганской долине умерло 1 000 000 жителей, а в Самаркандской долине более 200 тысяч человек. Военный коммунизм и НЭП. Военный коммунизм – новая экономическая политика. Чем они отличались между собой? Значит, характеристики военного коммунизма можем перечислить. То, что была предразверстка. То, что было запрещено свобода торговли, вся промышленность была национализирована,
И была централизация управления экономикой, была трудовая мобилизация и натуральная оплата труда. Взамен военного коммунизма пришел НЭП. Он предлагал продналог, это продовольственный налог, место предразвёрстки, свобода торговли, денационализация промышленности, мелкая частная собственность, аренда, концессии были разрешены, хоть и частично, и была выделена тарифная оплата труда, место натуральной оплаты труда. В период 1918 по 1920 год в Туркестане проводится военная политика. Политика военного коммунизма. Предразверстка, это очень знаменитое слово касательно этого периода, это система принудительных заготовок сельхозпродукции, излишки на хлеб и другие продукты. Значит, что было характерно для предразверстки? Заводы, фабрики стали выпускать оборонную продукцию. Общества предпринимателей были распущены. Национализированы банки, железнодорожный транспорт, типографии. Владельцы частной собственности были лишены гражданских прав. Рыночные отношения были упразднены. Несмотря на такую тяжелую ситуацию, все-таки продолжалась отправка продовольствия в центр. Мы это можем наблюдать, например, в 1920 году вывоз хлеба увеличился несколько раз. С периода по 1921 года по 1922 год в Россию было отправлено более 4 миллионов пудов зерна. Это еще считает то, что Туркестанский край не специализировался на производстве зерна. Предналог, это, так сказать, натуральный налог, был введен 21 марта 1921 года на 10-м съезде РКП большевиков как замена предразверстки. Это считается то, что это было первым актом НЭП, основа которой составляет отказ от военного коммунизма. Далее. Жесткая экономическая политика вывела край из традиционного русла, и миллионы жителей городов кишлаков вынуждены были вести нищенский образ жизни, их обрекли на немыслимые решения, и по этой причине начало усиливаться недовольство политикой советской власти. Далее, проводится земельно-водная реформа. Что это такое? Значит, земельно-водная реформа – это ликвидация частной собственности, которую проводились в Туркестанской и Казахской АССР с периода 1921 по 1922 год. Это первый этап. Цели земельно-водной реформы были ликвидация кулацкого хозяйства, переход к оседлому образу жизни, ликвидация крупных земельных владений, распределение земель между батраками и черекерами, уничтожение пережитков колониализма и переход вакуумных земель к государству. В итоге первого этапа земельноводной реформы в фонд землеустройства центра поступило более 1 миллиона 700 тысяч десятин земли. И в итоге сколько было выделено земель местному населению? Местному населению было выделено 600 тысяч десятин земли. На остальные земли строились совхозы и коммуны с низкой производительностью труда. На этом все. Спасибо за урок.